он же застрянет в нем. Пар из ушей пошел. Привет-привет. Ты на канале Малышарин ТВ. Сегодня мы поиграем с малышами Сага Мини и устроим коктейль-челлендж. Посмотрим, получится ли у нас ледяной коктейль. Так, посмотрим, где тут у нас коктейльчики. А, вот, у птенчика. Так, и что здесь можно сделать? Тут можно сделать разноцвет. О, даже зеленый получился, ничего себе. Желтый сырный? Кто вообще делает сырные коктейльчики? Это очень странно. О, а фиолетовый мне вообще нравится. Так, а если все три смешать? Не смешиваются. Вот, получился коричневый. Как будто бы шоколадный. Ну что, смотри, какой полосатый коктейль у нас получился. А вот и наши малыши. Давай посмотрим, кому он понравится больше всех. И сможем ли мы заморозить... О, ура, смотри, с первого раза и заморозили сразу два наших крошки-малыша. Ничего себе, вот это мы везунчики. Задание выполнили с первого раза. Нет, ну вы только посмотрите. Как это вообще возможно? Ну что, может быть еще разочек попробуем? А давайте попробуем сделать, о, лимонный коктейльчик. И так, типа больше лимончика, немножко ягодок и тортика. Так, а если смешать вот эти еще, и давай зеленым закончим. Хотя фиолетовый мой самый любимый цвет. А какой цвет твой самый любимый? Пиши в комментариях. Как думаешь, кто у нас заморозится в этот раз? Ой, что-то они больше не морозятся. Давайте, пейте свой любимый коктейльчик. Ура! Ничего себе, второй раз и сразу получилось! Это прям чудеса какие-то! А что они все замораживаются-то сегодня? Раньше мне так быстро не получалось морозить наших малышей. А давай поиграем немножко с собачонком. Ой, что ты тут хочешь? Че глазками крутишь? Кажется, он хочет перекусить. Ягодок хочет съесть. Вкусняшка. Я бы тоже от ягодок не отказалась. И бананчик тоже очень вкусный. А какие фрукты и ягоды твои самые любимые? Ой-ой-ой, не туда. Вот сюда. Это что такое, вкусняха какая-то была? Ничего. О, и котик пришел перекусить. Котик пиццу любит, мы знаем. Он вообще тот еще шалун. Любит поесть вкусненько и повеселиться. О, и ему попалась вкусняшка. Ну что ты, глазки-то разул? Давай, кушай скорей. Как же это вкусно. Птенчик. А птенчику, по-моему, досталось брокколи. И это что, суши? Что, ты не любишь суши, а сладости любишь? Да, сладости намного лучше. И что вы так быстро наелись? Давай-ка посмотрим, а что тут у нас у котика? Ух ты, тут много разных пицц. Посмотрим, сколько кусочков пиццы он приготовил. Ой, как же много! А почему она разноцветная? 10. Целых 10 пицц! О, да это же друзья хотят перекусить! Точно, каждому своего цвета! 7. Опа! Давай сначала накормим собачку, 5. Потом котика. 3. Котик так хочет перекусить! А теперь 2. Птенчика. 1. Ух ты, вы съели всю пиццу. Пойдемте еще раз делать коктейльчики. Коктейльчики самое веселое. Но очень странно, что они у меня в этот раз каждый раз замораживаются. О, а давайте сделаем шоколадно-сырный коктейль. Шоколад, а теперь сыр. Интересно, что из этого выйдет? Ну что, ставьте ставки, кто заморозится из них? Сейчас посмотрим, кто больше всех выпьет, тот и за... Ничего себе, они опять все замерзли!
Это я прям вообще сегодня супер везунчик. Смотрите, они каждый раз у меня замерзают. Вот дела. У меня такого везения еще ни разу не было. По-моему, это у меня самый везучий день в году. Так, а теперь давайте сделаем клубничный. Я клубнику просто обожаю. А еще немножко оранжевого, синего и разноцветного. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вы что, кажется, аппарат сломался. Посмотрите, что он нам такое сделал. Супер разноцветное чудо. А давайте теперь попробуем напоить только одного из друзей. Интересно, понравится ли ему целый стакан коктейльчика? Сможет ли он выпить его? Ну-ка. Ой, он опять заледенел. Нет, рыжечка, но это же неприлично. А теперь давайте для котика сделаем. Котик у нас оранжевый. Я думаю, ему нужно сделать побольше оранжевого коктейльчика. Смотрите, чтобы смешать цвета, надо нажать сразу на несколько кнопок, и получаются разноцветные штучки. Очень интересно. Вот так вот. Посмотрим, понравится ли котику наш коктейльчик. Ну что, котик, держи. А вы, ребята, извините. Пока посидите, посмотрите, что будет с котиком. Посмотрим, понравится ли ему его коктейльчик. Я понимаю, что вы тоже хотите. Нет, вы только посмотрите, они у меня в этот раз вообще все замерзают без перерыва. Ну что, и для собачки, конечно. А давай собачке сделаем синий коктейль. И тортик. И сыр. О, это ж чизкейк получается. Ну и ягодками украсим, как будто бы тортиком угостили нашего щеночка. Ну, держи. Ой-ой-ой, как щечки-то у него трясутся, вы только посмотрите. Ой-ой-ой-ой-ой. Он опять замерз. Да, так быстро пить. А что у нас сегодня, холодная что ли? Холодная машина что ли? Как так? О, это вообще кошмар. Ну что, давайте еще разок посмотрим. А что будет, если потихонечку им давать пить? Может быть, они не будут замораживаться? А то как-то у меня они раньше так не замораживались, как сегодня. Сейчас посмотрим. Какого цвета еще добавить? А давайте синего добавим. И чуть-чуть желтого, яркого. Ну что, кто будет пить? Все по очереди? Ничего себе, как вы весело придумали. Нет, ну я реально сегодня супер везунчик. Они меня каждый раз замораживаются. Вот дела. И немножко желтого для всех. Не, ну как так-то? Что вы все замораживаетесь и замораживаетесь? Я уже даже переживать за вас начинаю. А давайте еще посмотрим, что там еще вкусненького у собачки было. Это интересно что? Арбузик. Вкусняшка. Я бы сейчас тоже арбузика съела. И тортика тоже хочу. Да что ж такое-то? А это, мне кажется, собачке не понравится. Собачки что, едят суши, что ли? Вот-вот-вот. Вы видели его глаза? А котик точно обожает пиццу. Ну, он и котик. Ой, ладно, хоть не огрызок тебе попался. Апельсинчик. Очень даже вкусный и веселый фрукт. И ягодки. Ура, вкуснятина. А что попадется нашему птенчику? Блинчики? Ничего себе. Пока еще морковка. Разве птенчики едят морковку? Походу едят. Смотри, какой он воспитанный. Тряпочкой губки свои вытирает, вернее, клювик. А что, если им попадется что-нибудь странное? Посмотрим, посмотрим. И сразу же перчик. Вот дела. Кажется, пар из ушей пошел. И сыр. А собачки любят сыр? О, смотри, он даже лаять умеет. А я и не знала.
Ну смотри, он очень даже довольный остался, хоть и перчик ему попался. А котик опять с ягодками своими. О, и котику сыр. Что у нас сегодня, сырный обед? Что? Что не так? А ананасик? Так, птенчик у нас. Ничего интересного пока не попадается. Все фрукты да фрукты. Фрукты да сладости. И бургер. Он же застрянет в нем. Нет, не застрял. Очень даже с удовольствием съел. Ну ладно, давай еще какой-нибудь сделаем самый радужный коктейль. Начнем по порядку, по чуть-чуть. Ой, бульк. Смотри, какой полосатенький получился. Ну что, кого угостим? Давай сначала птенчика, потом щеночка, а потом кошечку. Смотри, они реально у меня сегодня все замораживаются. Постоянно. Вот дела, так смешно. Не, ну котик, разве так вообще можно было делать? Это вообще верх неприличия. А, вот черника с лимончиком. Мне кажется, хорошо будут сочетаться. Так, как сделать самый радужный коктейльчик-то? Ой-ой-ой, он слишком быстро пшикает своими коктейльными вкусами. Ой, вы не можете, что ли? У вас силы кончились? Эй, ну малыши, что с вами случилось? Посмотрите, они не могут вытянуть через трубочку свой коктейльчик. У них совсем закончились силы, бедняжки. Ну что ж, ребята, на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, кому понравилось это видео. А то наши друзья совсем устали пить свои коктейльчики. Смотрите, даже замерзнуть теперь не могут. Устали и никак не могут допить. Всем пока-пока!